А вот есть этот сахар, который в организме, из-за него все проблемки в основном. Ну, ожирение, там, лишний вес. Это яд? Так, а пресс-то я не показал. Показываю пресс, друзья. Вот уже вам 5 причин, чтобы у вас летом были кубики на животе. Один из самых таких главных, который везде, по сути, вот в нашем питании, в нашей жизни, везде сахар, сахар, сахар. Поэтому вы хотите избавиться от лишнего веса, в первую очередь надо избавиться от сахара. Прямо сейчас, смотрите, в Ютубе Макс Степанов оголяется. Так, друзья, всем привет. Сегодня я расскажу про тему сахара, как я отказался от сахара. Вот это очень модная тема, как оказалось. Я неделю назад как уже завязал с этим потреблением, как я завязал с потреблением сахара, всего сладкого, вот это вот то, что содержится в булочках, варенье, сахар и так далее, и так далее. Я раньше особо так немного ел, но в принципе любил, да, всякие пироженки, тортики и так далее. Теперь я это не ем. Вот еще одна привычка отвалилась среди прочих других многих. Я уже полгода как экспериментирую над собой и в принципе вообще другой человек совершенно. Вот, но сегодня я говорю вам про отказ от сахара, отказ от сладкого, то есть про питание. Питание очень важный элемент нашей жизни для того, чтобы мы чувствовали себя, ну, либо счастливыми, либо несчастливыми. И все зависит прямо от питания, напрямую. То есть кушаем правильную еду, ну, чувствуем себя правильно, хорошо и комфортно. Если кушаем неправильную еду, элементарно, там, не знаю, тяжесть в желудке, боли, урчание, тяжесть в голове и так далее. Короче, знаете, а еще можно отравиться. То есть есть еда вообще супер-пупер вредная. Так вот я про что? Сахар – это вредная еда, оказывается. Вот так в Ютубе сейчас оказывается тема популярная. Популярная тема про то, что, блин, типа травят народ. Это яд, один из самых таких главных, который везде, по сути, вот в нашем питании, в нашей жизни, везде сахар, сахар, сахар. В конце видео я покажу вам свой живот, обнажусь, да, покажу свой пресс, что потом. Это как челлендж, да? Сам себе бросаю челлендж, сам себе бросаю вызов. И чтобы вы это посмотрели. И через месяц мы посмотрим на этот пресс, который не получал сахара, да? То есть мы посмотрим на живот до, так сказать, эксперимента и после. Возьмем на этом примерно месяц. Вот неделю я уже сахар отказался от него, я его не ем. Через месяц, ребята, посмотрим, что же стало с моим животиком. И поэтому в конце этого видео, досмотрите это видео до конца, я покажу вам свой живот, обнажусь, так что прильните к экранам. Мы увидим, посчитаем, сколько там кубиков у меня на животе. И через месяц мы повторим это. Я еще раз вам покажу свой пресс, свой живот, что с ним стало. Конечно, помимо того, что я не буду есть сахар, я буду еще делать упражнения разные физические. Я буду делать упражнения на пресс, я буду качаться, я буду бегать, прыгать. Видите, как я сейчас хожу. Каждый день моя прогулка совершается. Это однозначно, это категорично. То есть мы вводим полезные привычки и избавляемся от вредных привычек. Мы их заменяем, точнее, да? То есть мы не делаем то, чего нам делать не нужно. Вот и сахар оказался среди тех вещей, которые делать не нужно. Поначалу это будет сложно. Вы можете в Ютубе очень много посмотреть видео по поводу того, чем вреден сахар и какие трудности вас ожидают, когда вы, ну, откажетесь от этого. Потому что реально к сладкому у нас зависимость. Сладенького поел, настроение улучшилось. Ну, это связано там с гормонами и так далее, и так далее. Это почти то же самое, как и любая зависимость там, к алкоголю. Стало вам плохо, в тяжелом душе, а накачу-ка я стаканчик второй, вот, и стало вроде как полегче. То же самое со сладеньким. Для чего я это делаю? Ну, во-первых, это прикольно. Это прикольно, когда вот, ну, что-то нужно попробовать новое. А это реально новое. То есть, ну, жить без сахара, это очень новая такая тема. Помимо того, что это прикольно, второе, любое ограничение, которое вы накладываете на себя самостоятельно и осознанно, это тренирует вашу силу воли. Это дисциплинирует вас. Это тренирует вашу осознанность и внимательность. Это заставляет вас, мотивирует вас быть всегда бдительным, всегда начеку. Никакая ли пироженка не влезла в поле зрения, понимаете? Или вы уже с ложкой стоите там, с вареньем бабушкиным. И это заставляет вас быть внимательным, быть начеку. То есть для меня это вот интересно в плане именно осознанности, бдительности такой. Третий момент. Я хочу проверить, как это работает вообще на общее состояние. Потому что от сахара вялость, усталость, отсутствие энергии, тяжело засыпать, тяжело просыпаться, вот это все. И я хочу экспериментально посмотреть, как мое тело будет реагировать на отсутствие сахара в организме. То есть, грубо говоря, мне хочется посмотреть, насколько я буду бодр, насколько я буду энергичен. И, в принципе, вот за неделю, да, может, это, конечно, мало, но за неделю я чувствую себя, ну, гораздо лучше. Я стал вставать в 5 часов утра. Наверное, это тоже о чем-то говорит. То есть я в 5 утра встаю и нормально. То есть раньше как-то было сложнее гораздо. Поэтому я уже могу делать какие-то предварительные выводы.
о том, что сахар, он, ну, мешает вам быть бодрым. И четвертый момент. Четвертый момент, конечно же, это внешний показатель, который мы можем оценивать там до, во время и после, да, как в рекламе или как в тестах. И о чем я вам и сказал, что посмотрим сейчас мой живот, как он выглядит сейчас. И посмотрим этот же самый живот через месяц после того, как вот пройдет время, мы посмотрим на этот живот. Блять, на живот. Посмотрим на живот. Ну что на него смотреть? Короче, идея какая? Четвертый момент – это просто физический показатель. Хочется быть стройным, хочется быть легким. А вот весь этот сахар, который в организме, из-за него все проблемки-то в основном. Ну, ожирение, там, лишний вес. Поэтому вы хотите избавиться от лишнего веса, в первую очередь надо избавиться от сахара. Ну что, сахар – это вот, блядь, самое зло. Окей? Избавляемся. Вот уже вам 5 причин. 5 причин. Неужели этого мало? Это уже too much. Короче, если кто-то хочет то же самое повторить с собой, давайте сделаем это вместе. Если ты, мой друг, понимаешь, что ты, блин, имеешь лишний вес, жрешь постоянно сладкое, вялый, блин, весь день, тяжело засыпаешь, тяжело просыпаешься, вообще не бодрый и как-то и смысла жизни нету, все такое затуманенное в голове, то знай, друг, это все от сахара. Я предлагаю тебе присоединиться к программе «Полезные привычки». Вот если тебе это интересно, напиши мне в описании видео, там будет ссылка на Telegram, напиши «Хочу полезные привычки». И мы в июне запускаем группу, где я буду с вами общаться, поддерживать вас, как и себя тоже, так же и вас. Это я просто как для себя делаю в основном. Но в группе это делать легче, потому что есть единомышленники, есть такие же ребята, которые движимы одной целью, одной идеей, и также хотят кубики на животе, чтобы у вас летом были кубики на животе, чтобы у вас была ясность, бодрость мышления, чтобы у вас было энергии много-много-много. И новый опыт, конечно же, это новый опыт. Для тех людей, для которых вот именно вот это важно, через себя что-то прочувствовать, опыт бытия, опыт себя, познание, да, то я предлагаю вам поработать на этой программе, где мы будем убирать вредные привычки, они будут сами отваливаться, и будем добавлять полезные привычки. Нужные привычки. Разберемся, что такое сон, как нужно так спать, чтобы высыпаться и быть бодрым и восстанавливаться. Мы разберемся с питанием. Вот сахар – это только один из элементов, с чем надо разобраться. Мы разберемся также с движением, то есть как нужно делать так, чтобы ваше тело получало необходимую нагрузку и вы становились более энергичные, более гибкие, ловкие. Вот посмотрите, мне скоро 51 год. Я чувствую себя на 30 лет. Прекрасно себя чувствую. Я красивый, ловкий, гибкий, сильный, быстрый. Все, кто хочет поменяться, трансформироваться, я рекомендую вам присоединиться ко мне и к группе, которую мы запускаем в июне и начинаем целый месяц, 4 недели, разбираться с питанием, сном, движением и, я еще не сказал, конечно же, с медитацией. Потому что медитация – это прям как стержень. Это та самая осознанность, которая поможет нам формировать полезные привычки, избавляться от вредных привычек, отсекать всю эту хероту. Вот, смотрите. Так, поднимаем футболочку. Вот так вот пресс выглядит у меня сейчас. Ну, кубиков особо не видно, правильно? Кубиков особо не заметно пока. Но, в принципе, вот уже за неделю, пока я сахар не ем, он уже у меня заметно, так сказать, ушел. По-моему, даже килограмм-полтора я где-то скинул. Видите? Что получается. И этот же живот, ребята, мы рассмотрим через месяц. И обратите внимание, мне сейчас 50 лет, а через месяц мне уже будет 51. Хорошо же иметь 51 год, ну, хороший животик, подкачанный, такой упругий, с кубиками. Поэтому подпишись, с вами был Сенсей Макс. Ос. Запишись на мой курс, пройди программу месячную, и ты будешь другим человеком, я тебе гарантирую. Есть вопросы? Сенсей Макс отвечает. Подпишись на телеграм-канал. Иди по ссылке в описании.